Совсем скоро городская сфера туризма пополнится молодыми квалифицированными сотрудниками. Международный гуманитарный университет подписал меморандум о сотрудничестве с Департаментом культуры и туризма Одесского горсовета. Это первый вуз, которыми представительство муниципалитета подписало соглашение о совместной работе. Выбор партнеров не случайен. В МГУ уже готовят специалистов по направлению гостинично-ресторанное дело. Не за горами открытие новой специальности. Концепция, которая определена президентом Международного гуманитарного университета академиком Кивалом Сергеем Васильевичем, трудоустройство каждого выпускника Международного гуманитарного университета, она кропотливая работа ежедневно воплощается в жизнь. И сегодня мы с вами стали свидетелем заключения меморандума о сотрудничестве с Департаментом культуры и туризма Одесского городского совета. Это новый шаг в развитии Международного гуманитарного университета. И мне хотелось бы сказать, что на базе Института права экономики международных отношений. Буквально в прошлом году была открыта специальность гостинично-ресторанное дело, и сейчас университет планирует открыть специальность туризм. В университете уверены, заключение меморандума между Департаментом культуры и туризма Горсовета и вузом расширит сотрудничество, которое будет полезным обеим сторонам. Студенты смогут проходить практику, повышая уровень своей профессиональной квалификации. При этом муниципальная сфера туризма будет пополняться новыми профессиональными кадрами. Это первый вуз, который предложил подписать меморандум, который отстраивает такую долгосрочную программу, продуманную, развитую, всеобъемлющую. Мы уверены, что заинтересованная планомерная работа, системная работа, которая сегодня, в общем-то, демонстрирует гуманитарный международный университет, она позволит вывести это на более высокий уровень. Благодаря усилиям и поддержке уважаемого президента Международного гуманитарного университета, академика Сергея Васильевича Кивалова, Институт права, экономики и международных отношений стремительно развивается. Планируется открытие новой специальности туризм, маркетинг. Все эти специальности, они нуждаются в плотном взаимодействии с работодателями, с потенциальными работодателями, которые будут давать рекомендации к образовательным программам, которые будут просматривать наш образовательный компонент. Во время подписания меморандума на торжественном собрании присутствовали представители туристических компаний, менеджеры отелей и гостиниц. Многие специалисты в сфере туризма уже долгое время сотрудничают с университетом, читают лекции и проводят конференции национального и международного уровня.